Всем привет, друзья! Вы, как всегда, на канале Пластилин. Не так давно я приобрел небольшой домик на окраине города и понемногу делаю в нем ремонт. Заменил окна, выровнял потолок и стены. Дому примерно 60 лет. Крайняя доска в полу сгнила и просто подо мной провалилась. Я решил ее сорвать и заказать новую. С одной стороны, под полами просто виднелись кирпичи с фундамента. Ну а с другой, в земляной присыпке, лежало вот это. Конечно же, я просто офигел, побежал за камерой, чтобы снять этот ролик. С дрожащими руками, в надежде найти какие-нибудь золотые предметы, я открыл этот кошелек. Там было очень много монет. Перебрав немного эти монеты, я выяснил, что весь этот клад – это монеты СССР, которые не так уж и много стоят. Самой старой оказалась монетка 3 копейки 1949 года. Ну а всего в кошельке было 92 монеты. В общем, мелочь, но приятно. Ребята, как всегда, ставим лайки. Пишите в комментарии, что мне лучше сделать с этими монетами. Подписываемся, кто не подписан, нажимаем на колокольчик. Дальше будет еще много интересного.